Проект «Читай быстро» представляет. Главное из книги Бена Хоровица «Мы то, что мы делаем. 10 основных фактов». Не забудьте подписаться на канал и погладить колокольчик, а мы начинаем. Факт номер один. Культура лидера определяет культуру компании. Не сработает ничего, что по-настоящему не перекликается с личными привычками и пристрастиями лидеров компании. Культура успешного стартапа всегда отражает личные убеждения своего лидера. Почему важно быть собой, когда строишь культуру? При построении культурных стандартов никогда не следует забывать о своих слабостях и недостатках. Всегда оставайтесь собой, не бойтесь внедрять собственные личностные черты в культуру компании. Факт номер три. Культурные ценности – не священная корова. Если делать вид, что ничего не происходит, продолжать ходить на цыпочках вокруг неизменных устоявшихся культурных ценностей, превратившихся в священную корову, то рано или поздно из-за несоответствия реальной ситуации она может расшатать и раздавить компанию своим весом. Помните, что хороший руководитель всегда готов бежать навстречу проблеме. К любым трудностям можно относиться по-разному. Лидер не только не должен терять самообладание и уверенности, он должен убедить своих сотрудников, что решение каждой проблемы делает компанию еще сильней. Факт номер пять. Устанавливайте шокирующие правила. Придумывайте неожиданные правила, чтобы у каждого сотрудника возникли вопросы и осмысление мотивов внедрения таких новшеств. Это провоцирует вопросы и позволяет добиться лучшего соблюдения культурных стандартов. Лидерство и честь. Во всем, что делает и к чему стремится лидер, на кону стоит его репутация. Нравственная сторона каждой сделки отражает стандарты и подходы руководителя. Наблюдайте за новичками. Наблюдение за новыми сотрудниками и их поведением, которое, как они считают, помогает им вписаться в устоявшийся коллектив, выжить и преуспеть в нем, дает лучшее представление о культуре вашей компании. Восьмой факт. Подтверждайте свои принципы на деле. Принимая важные решения, всегда демонстрируйте свои приоритеты. Сформулируйте систему этических норм компании. Изменяйте собственную культуру. Изменяйтесь сами, чтобы изменить культуру. Живите по созданному кодексу, постоянно расширяйте круг общения. Десятый факт. Главное достижение сильной культуры. Если каждый человек чувствует, что его работа имеет значение в компании, значит, главная цель ваших культурных стандартов достигнута. По ссылке под этим видео можно найти текстовую версию обзора книги «Мы то, что мы делаем. Как строить культуру в компании». Подписывайтесь на канал, гладьте колокольчик, слушайтесь маму и читайте книги вместе с «Читай быстро».